на протяжении лета аквапарк «Остров сокровищ» в Кирилловке и вечеринки «Тесла», мы можем с уверенностью сказать, что самые красивые девушки со всей Украины собираются именно на побережье Азовского моря. И сегодня здесь проходит конкурс «Королева аквапарка». You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. Какими нужно было внешними качествами, чертами обладать, чтобы действительно вот стать одной из тех девушек, которая принимает сегодня участие в конкурсе? Ну, каждая девушка должна обладать красивыми, естественно, чертами лица, фигурой. Также у нее должен быть внутренний мир очень красивый, харизма должна быть. И тогда все в ее руках. Каждый раз, приезжая в Кирилловку, в Аквадэнс, хочется отметить, что девушек здесь красивых очень много. И, наверное, собственно, именно этот повод послужил сегодня поводом для того, чтобы провести конкурс красоты. Как отбирали девушек, собственно? Мне просто интересно. Кирилловка, я так понимаю, собирает девчонок с абсолютно разных городов Украины. Кто сегодня принимает участие? Сегодня девушки принимают с разных городов Украины. Это Запорожье, это Мариуполь, это город Киев, это город Винница, это Днепропетровск, это Запорожье, это Мелитополь, конечно же. Это город Ровно. Даже издалека, да? Да, конечно. По каким критериям отбирали девушек? Я так понимаю, что это все происходило в интернете, правильно? Да, в интернете по фотографиям, по видеороликам девушек. То есть через общение с девушками. Конечно же, соблюдались модельные параметры. То есть рост, все эти 90, 60, 90. Ну и самое главное, это внутренняя красота и, конечно, внешняя, чтобы это все было гармонично. Был на репетициях, всех их увидел уже в том самом, что им нужно оценивать, девушек, то есть в купальниках. Ну, собственно, да, эмоции твои. Эмоции переполняют. Первое, что хочу сказать, только что, буквально 5 минут назад, я всех девушек увидел в макияже. Потому что репетиционный процесс, как правило, проходит без макияжа. Поэтому немножечко сейчас словарный запас мой иссяк, потому что вот надо вот набираться жизненных сил, потому что шок меня вот сейчас преследует. В общем, все девушки потрясающие. Слава богу, что в День независимости Украины мы делаем такой грандиозный подарок Украине, представляя самых красивых девушек из всех ее уголков. Как вы думаете, зачем девушки участвуют в конкурсах красоты? Ну вот что они им дают? Эти конкурсы для того, чтобы не только себя выразить и преподнести весь внутренний мир. Мне кажется, они нужны для того, чтобы преодолеть какой-то определенный барьер, чтобы с уверенностью потом по жизни шагать смело и добиваться каких-то определенных успехов. Результатом и довольны ли вы вообще конкурсом этим? Я доволен, что на территории нашего аквапарка проходят такие положительные события. Честно говоря, для глаза с эстетической точки зрения посмотреть на красивых девушек приятно не только мужчинам, но и женщинам тоже.
Вот, это полноценный был ивент, и кто победил, это не столь принципиально. Главное, что он состоялся, у людей хорошее настроение, у нас, как у организатора, соответственно, тоже. Программа «Посетаемые харьковчане» бывали в аквапарке «Остров Сокровищ». Это действительно масштабное, грандиозное, я бы даже сказала, место. Ну вот, собственно, довольны ли вы этим сезоном? Завтра закрытие. Огромное количество людей посетило его за это лето. Довольны ли вы этим летом 2012? Я доволен, безусловно, потому что к нашему самому большому аквапарку, который так любят в Украине, присоединился в этом году и самый большой дельфинарий в СНГ. Это одна семья. В общем-то, мы расширились. Сезон очень был хороший, насыщенный, много людей нас посетило, много было прекрасных мероприятий. Мы в развитии, в динамике. В следующем году что-то будет новое в дельфинарии, что-то будет новое в аквапарке. Вот, могу санонсировать, могу оставить в секрете. Анонсируйте, анонсируйте. Значит, планируем пингвинарий открыть. Это новая фишка вообще. В России это тренд, все валятся с ног. Вот, в Украине еще нигде нету. Значит, будет у нас пингвинарий, а на территории аквапарка будет открыта уже первая часть отеля. Собственно, вот она, королева аквапарка. Все же, как ты думаешь, чем же ты сегодня подкупила жюри, зрителей, которые отдали за тебя свои голоса и, собственно, проголосовали за твою красоту? Я думаю, харизмой и, конечно, своей улыбкой ослепительной. Девушки, ну я думаю, что все-таки, наверное, победа не главная, а главное это все-таки приобретенный опыт, какие-то новые эмоции, знакомства и так далее. Что сегодня подчеркнули от этого конкурса и, собственно, есть ли вот какие-то внутренние переживания? Этот конкурс, конечно же, дал нам опыт. Это полезный опыт для нас всех. Эмоции льются через край просто. Очень приятно, неожиданно, главное. Очень-очень такой драйв. Спасибо нашим организаторам. Они все это сделали. Нам очень-очень было весело, очень было хорошо провести эту неделю. Неделя пролетела очень быстро. Сегодня было просто шикарно. Лично для меня этот конкурс дал понять, насколько важна и нужна поддержка любимых и близких людей. И, конечно, дал мне понять и в будущем учесть ошибки и недочеты. Конкурс окончен, подведены итоги. Ну а гости и болельщики продолжают веселиться на диско-баре Open Air Aquadance.